Школьники, студенты и просто любители спорта. Сегодня во Всероссийский день бега десятки жителей Ингушетии принимают участие в здоровой акции «Кросс-нации». Он проводится ежегодно. Впервые попробовать свои силы в массовом забеге решил 12-летний Исмаил Горакоев. Мальчик уверен, призовое место он точно займет. У меня как-то получится хоть как-то выделиться между ними или выиграть их. Некоторые разы у меня получалось, заранее надеюсь, тоже получится. Не в первый раз в нем участвует и Кристина Аветисян. Небольшая разминка перед стартом и никакого волнения. Такой настрой перед началом. В этом забеге она нацелена только на победу. Бегом занимается несколько лет. Мне понравился бег совершенно по случайности. Я была совершенно случайно попала на стадион, начала потихоньку заниматься, бегать каждый день по 2 минуты, по 5. И потом мне просто понравилось, это стало отвлекать от жизненной рутины, и я решила заняться этим всерьез. Это лично для саморазвития, я хочу в будущем стать профессиональной спортсменкой и по возможности выиграть Олимпию. Участникам постарше предстоит преодолеть дистанцию в 1300 метров, ну а 500 метров – детям. Стартуют они от мемориала памяти и славы. Финиш у Назрановского дворца спорта. За юных участников активно болеют и родители. Поддержать дочь Кристину пришла и Елена Касьянчук. Она не пропускает ни одно спортивное соревнование дочери и уверена, такие мероприятия нужны молодежи. Сколько деток в семьях, можно было бы толпой убегать. Детям интересно это. Я же вижу, как у них горят глаза. Вот они даже присоединяются по пути. Те, которые не с федерацией, те, которые не участвуют в кружках. А по пути просто дети пришли посмотреть и тут же тоже становятся и бегут вместе с ними. Потому я считаю, это надо развивать, как-то инициативу все-таки проявлять побольше, и это будущее наше. Кросс-нация – одно из самых массовых спортивных мероприятий в стране. В России он проходит с 2004 года. Дальний Восток, Москва, Санкт-Петербург. География марафона каждый год расширяется. Организаторы акции в Ингушетии – Федерация легкой атлетики совместно с Минспортом Республики. Данное мероприятие, оно дает популяризацию вида спорта, как легкая атлетика. Это у нас такой вид спорта, который среди молодежи пользуется особым интересом и уважением. Поэтому мы развиваем в республике легкую атлетику. В связи с этим вот провели это мероприятие. По итогам первое место среди детей занял Абдулмалик Богатырев. Победителем среди молодых людей стал Мухаммад Плиев. Ну а среди девушек кубок получила Кристина Аветисян. Награждается грамотно. Я очень рада, хотя очень сильно волновалась и уже думала, что более это третье или второе место получу. Но получила первое. Я думаю, что я оправдала свои ожидания и ожидания моей мамы и тренеров, которые вложили в меня очень много сил. И пусть завоевали медали и кубки сегодня лишь самые быстрые, зато заряд здоровья и положительных эмоций безоговорочно получили все. Дана Плиева, Магомед Аскиев, Новости 24.